22 октября 2017 года. Привет всем, я Санат Кумара. Мы вышли из твоего сознания и ушли в храм Золотого. И унесли все переживания туда. Побольше будьте в храме. Точка. Поупражняйтесь в понимании закона отдыха и восстановления энергии любви в тонких телах. Природа, говорите с ней на любви языке. Пока что все только хотят энергетически, но в деле мало чтят землю. Поднимите вибрацию диетой и привычками улучшенными. Не шлите зло к себе и другим ни по каким причинам. И положитесь на Высшее во всем во стопроцентном доверии. Наполните себя только светом и будьте светом и пошлите его всем. Я Санат Кумара из огненного слоя в рабочем любовном поклонении перед жизнью.